Полбеды человек отстал, две беды догонять не хочет. Привет, Литаша. Знаменитый комментатор Ютуба, Олимпия Три Семерки. Олимпия, привет. Прислала мне подарочек. Огромное ей спасибо. Сейчас будем открывать и смотреть. Ой, боже ты мой, тут такая прелесть сверху. Попробую сейчас извратиться, показать. Прямо натюрморта. О, ляпота. Вот ляпота. У человека руки из нужных мест растут, а не как у меня. Вот эти сердечки, я так понимаю, это, наверное, магнитики. Не знаю, буду разбираться. Ой, ну давайте смотреть. Немножко волнительно. Ну и все на ощупь. Чтобы лишний раз лишнего не видеть. Ой, кого я достала? О, такая замечательная 3D-закладочка с попугайчиками. Ми-ми-ми. Ми-ми-ми. Пакетик тут еще вот такой. Что тут? Вкусняшка-шоколадка. Вкусняшка-шоколадка 2. Ой. Птиц какой-то, подозреваю, что... Не знаю, кто это. Смотрите, какая няшечка. Прямо... Так бы зацеловала, да помадой запачкаю. По форме напоминает шоколад. Вот такой очень красивой упаковки. Сейчас распакую и посмотрим. Какая прозорливая. Да, это шоколадка. Найди в этом месяце, можно будет сэкономить. И еще что-то в такой же упаковке. Шоколадка побольше. О, блокнотик. Блокнотик, у нас блокнотик. Вот такой позитивный блокнотик. Он так вот клевенько переливается. И сзади тут цитата Коко Шанель. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. Ой, такой клевенький. Вообще шикарно. Смотрите, тут такой форзац. Стиле писем, что ли, я не знаю, как это назвать. Сзади точно такой же. И сами листочки, они самые разные. Вот такой вот разворот есть. Вот такой. Такой. Вот такой. Вот как можно видеть, с картиночками всякими и изречениями. Спасибо огромное. Мне как раз личный дневник заканчивается через пару месяцев. И я уже знаю, на что я употреблю позитивный блокнотик. А может, другой чип придумаю для его применения. Прямо спасибо, спасибо. Я обожаю вот любой вид канцелярии. О! Точно вам говорю, здесь книга. Наверное. Прямо интрига, интрига. Это я с такими глазами пытаюсь аккуратненько вытащить книгу. Это оказалась книга из упаковки, не порвав ее. Ее. Нифига себе! Библиотека проекта Бориса Акунина, Евпраксия или Евпраксия Павла Загребального. Это рекомендованная книга Борисом Акуниным. И вот он в своей серии «История государства российского» рекомендует. И вот прям спасибо, спасибо. Вот ты прям угадала, я как раз хотела заказать себе книгу, теперь уже не придется. Прям спасибо, 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 припасибо. Вот вообще прям такое спасибо. Прям балуешь ты меня. Прям раздухарилась. Ой, открытка. Такая вот с совушком. Я обожаю совушек. Мое представление счастья. Это быть рядом с таким человеком, как ты. Ну уж, на всякий случай не стану показывать. Лично тут пожелание еще написано. Вот такая вот лепота. Спасибо. Я наверное, сегодня это слово миллиарды раз пронесу. А!
красота! Я вам сейчас из упаковки вымою и покажу. Это такое на магнитах, не блокнот, а, кстати, что написано официально? Ну да, на магните и блокнот с отрывными листочками. Вот такой вкусненький, с клубничкой и листочки стилизированные. Прямо такой прям аппетитный, хочется бежать и доставать где-нибудь клубнику или мороженое клубничное. Тут, кажется, мороженое-то немножко изображено. Прям есть, повешу на холодильник прямо вот сразу после съемок. Спасибо. Ночью-то прикольно доставать. Вот еще здесь есть, я так понимаю, какао. Такое вот из Львова. Наверное. Кава ведь переводится как какао, нет? О, еще одно что-то из Львова. Тоже кава. Зеленая в этот раз. Шарик елочный, я так понимаю. Сейчас достану, покажу. О, вот такой домик. Тут написано Merry Christmas. Кстати, уже коллекция новогодних игрушек, там тот коллеги, тот подружки, я их всегда на самое видное место вешаю, и это тоже будет на видном месте. Ну, уже в 16-м году. Сливки, белый шоколад, спасибо. Я, кстати, обожаю белый шоколад, хотя к сладкому как бы я не схожу по нему с ума, но белый шоколад моя слабость, да. Говорю, я от холода не умру, походу, в этом месяце. Ой, это что? Такой мешочек, яичек. Яиц, вернее, слово яички как-то пошло, а то прозвучало, нет? Набор сувениров. Какие-то там яйца, и одну крысу, к сожалению, слава богу. Ну вот, я так понимаю, их можно вешать, украшать. Тут петельки к ним уже. Не буду пока доставать. О, еще одна открытка. Я так понимаю, многосезонная посылка такая. Новый год, 8 марта. От души тебе желаю отогреться в солнцах лучики, посмеяться вслазь при случае, ощутить весны дыхание, испытать любви сияние с праздника весны. Ну и личное поздравление тут еще написано. Спасибо огромное. Тебе того же. Правда, уже лето, я тебе желаю. Для собачки косточки, я так понимаю. Спасибо. Прям надо же, я животных подумала. О, что-то длинное. Что-то длинное нашла. Вот так вот это выглядит. Как бы показать полностью. Ой. А, это, я так понимаю, для дымки, да? Играться. Так, я дошла до второго слоя. Тут несколько слоев. Ух ты, ничего себе! Вот такая штука, я еще не до конца поняла, что это. Гравюра. Инновационные технологии металлогравирования. О как. О как. Круто, тенюшка. Буду разбираться. Эй, что-то большое прямо. Ха.
Привет из 90-х, прикреплена записка. Сейчас будем смотреть, что за привет. Ай да ладно! Ничего себе! Сейчас покажу. Монополия. Все помнят мое видео про 90-е. Вот прям спасибо. Так, мне слово спасибо надоело. Благодарю. Мерси. Домо аригато. Thank you. Вообще прям вот. Вот, ну ты мать даешь. Ну вообще. Ну вот. Вот что называется человек хороший. Так, что тут? Я все еще на ощупь, чтобы не запалиться раньше времени. Еще открытка. Вот такая вот шикарная. Настоящие друзья, как звезды на небе. Даже когда их не видно, ты точно знаешь, что они где-то здесь. Такая милота. И внутри личное пожелание, на всякий случай не буду палить. Спасибо тебе, Тонюш, еще раз огромное за такую вообще шикарную-пришикарную посылку. Прямо тебе, правда, очень благодарна. Непременно передам все приветы маме. Целую тебя, чмоки-чмоки, обнимашечки, целовашечки. И всякие там всячешки. И да, пока-пока. И желаю вам таких же приятных подарков и эмоций, какие я получила сегодня. Еще раз спасибо Олимпии, она же ранее. Пока.